Министерство труда, соцобеспечения и миграции намерено открыть реабилитационные центры для детей. В стране проживает порядка 200 тысяч кыргызстанцев с инвалидностью, из которых 35 тысяч – дети до 18 лет. Поэтому здание дома бывших президентов Курманбека Бакиева и дома Алмазбека Атамбаева, переданных в государственную собственность, будут работать круглосуточные детские реабилитационные центры. В них смогут получить лечение дети с инвалидностью, перенесшие болезни нервной системы, опорно-двигательного аппарата или органов чувств, имеющие психические и поведенческие расстройства. Маленькие пациенты будут восстанавливать физическое и психологическое здоровье. Строительные работы по вышеуказанным домам начаты.